приветствие на японском языке может показаться странным в сочетании с названием канала на немецком языке. Но и тема у нас сегодня довольно специфическая. Мы будем готовить роллы с оливками и креветками. А для приготовления наших вкусных роллов нам понадобится 5 листиков нори, 300 грамм риса для суши, 200 грамм креветок, 1 баночка оливок и 2 столовые ложки лимонного сока. Но это только в том случае, если рисовый уксус вы решите делать сами. А рецепт вы увидите в этом видео. Хорошенько промытый рис залить 2 стаканами воды. На среднем огне довести рис до кипения и варить примерно 10-15 минут. А пока готовится наш рис, мы приготовим заправку. В небольшую емкость добавить 2 столовые ложки лимонного сока. Добавить 2 столовые ложки воды. 1 чайную ложку сахара и 1/2 чайной ложки соли. Все перемешать до полного растворения. Добавить заправку к уже немного остывшему готовому рису. Вареные креветки посолить и добавить перец. Водоросли ровным слоем распределить рис, оставляя свободное место на краях. На рис в равном порядке выложить креветки и оливки. Можно также добавить острого соуса, либо васаби. Аккуратно свернуть ролл с помощью циновки, не забывая смачивать свободный край нори рисовым уксусом для более хорошей фиксации. Нож смочить рисовым уксусом и аккуратно разрезать ролл. Наши роллы готовы? Итадакимас!